Добрый день, это Лина. Милик, сейчас я показываю, что у вас линия. Вот этот, сейчас мы регулировали на 100, и ширина 100, и тогда 50. Если вы хотите на 75, на 50, тогда целый линия, это поменять колесо, вверх и вниз, оба, вот вверх и вниз. Убрать 1,25 миллиметра колесо, поставить сюда. Это ряд, ничего не надо регулировать, не трогай. Только это ряд поменяйте, целый ряд, 12 ряд поменяйте. Если вы хотите сейчас на 100 и на 100 на 50, если вы хотите 50 на 50, тогда убрать 2 колесо, 25, 2 штуки. Вот поставить сюда. Как поставить, я отправила видео у вас, поставить на... сюда, вверх и вниз, целый ряд. Это целый ряд поменять. Вот и еще. Здесь вверх можно этот 50, этот 100. Если вы хотите 100 на 40, вот этот здесь тоже можно сделать. Вы тогда чуть-чуть вниз. Тогда будет поменять. Раз, два, три, это три ряда. Вверх и вниз. Вот этот два маленьких, и этот два маленьких, и этот два маленьких. Вот у них тоже одинаковые. Поставите два маленьких и сюда поставите. Только вот так открой, и можно поменять уже. Очень просто. Я уже показывала нас инженера. И сейчас мы регулировали, у нас толщина 0,8. Если вы хотите производить 0,6, тогда регулировать этот. Как на рулем машина. Чуть-чуть ниже, тогда будет больше точности. Если вы уже узнали, вы идеальная точность, тогда мне сказать. Я заранее сказать на инженера, чтобы заранее регулировать на 0,6. Чтобы когда у вас получили на руках, не надо ничего регулировать. Сейчас я покажу, как с электроном. Вы уже поняли, наверное. Это два бели вот с этого. Вот здесь мы уже поставили. А второй с главной, вот эта линия с главной. Да, мы уже поставили, ничего не надо трогать. А это швили, раз, два, три швили, будет с главной электрической. А вот этот, который раз, два, три, это три. Будет с вот это матри насоса. Вот она. И наливать масло номер 46. Вот здесь есть гаточки. Вы должны наливать то здесь, когда вот здесь указано. А наливай то здесь. Вы не надо чаять каждый день, не надо чаться. Но надо через 5-6 месяцев уже меньше 20, тогда еще надо наливать новый. Язык, потому что у нас инженеры не умеют русский язык, но все равно она будет на русском языке. Хорошо понимать, она сенсорная, как и телефон. И вроде все. Спасибо.